Всем привет, друзья! Давно не было клипа «Покупки в Литве». И это дело я решил исправить. По-быстрому зашли в магазин. Дай чеки. Вот чек. И купили Байкал местного производства. Вот. Но очень вкусный. 59 центов стоит. Тархун. Тоже местного производства. Тоже 59 центов. Есть продажи грузинские и российские Байкал Тархуны, но напитки из черноголовки фирма, но они там по 2 евро стоят. Морс украинский. Журавлиний. По нашему спангуля. 69 центов. Сникерсы 10 штук. Пол килограмма. 2,49. Ой. Лимонная кислота 100 грамм. 24 цента. Кофе не знаю, зачем купил. У нас кофейный аппарат есть. Что-то растворимого захотелось. 1 евро 95 центов. 100 грамм. Бекон. Бекон свинины стоит килограмм 4,75 евро килограмм. А и тут на 94 цента. 198 грамм. А вот сметана дорогая. Это мы в Норфе покупаем. Купили сегодня сметана 85 центов за 330 грамм. 30%. Это очень дорого. Они-то не знаю, что-то попутали вообще. Колбаса по акции. Высший сорт. Высший сорт. Сколько она стоила? 2,99 за 2. То есть по... Сейчас я ее посмотрю. То есть где-то 1,5 евро такая колбаска одна стоит. Пахнет химией хорошо. Он даже шкурки есть. Так, дальше. Оливки черные, белые по 53 цента. Где-то жена их там откопала. Капуста 45 центов. Килограмм евро 49. Ну все в этот раз. Все. А это блины картофельные с мясом. 1 евро 29 центов вроде. А, еще куриные наггетсы. Так, почти 3 минуты. Килограмм 6 евро 59 центов за эти наггетсы. Тут на 1 евро 19 центов 180 грамм. Еще конфетки забыл. Lion Wild. По 25 центов они. Nestle.